Итак, всем привет, любители ароматного табака. Сегодня покурим трубочный табак из Пагара номер 2, оригинальная смесь. Поддержим, так сказать, отечественного производителя. Значит, смесь у нас составлена на основе Cavendish. Ну, что тут у нас пишет производитель? Гордость нашей фабрики, воплощенная в оригинальной авторской технологии изготовления табака Cavendish, результатом которой является мягкий фруктовый карамельный вкус дыма. При изготовлении этих великолепных табачных смесей используются натуральный вкус ароматические добавки, полученные экстрагированием фруктов гвоздики, миндаля, а также меда и винного уксуса Изабелла. Ну, соответственно, Пагар у нас находится в Брянской области. Табачок у нас в Брянской области. Друзья, хочу отметить очень удобный кисет. Не знаю, пожалуй, наверное, самый удобный кисет из всех, что я видел. Хотя видел я их немного, потому что кисетные табаки не очень люблю. Вот. Но и тем не менее, это, пожалуй, самое удобное. Здесь вот у нас, как видите, липучка. Ну и, соответственно, зиплок. Табака в кисете меньше, чем обычно. То есть обычно 50-граммовые кисеты. Здесь у нас производитель хитрит и делает 40-граммовые кисеты. Ну что, в общем, сразу в глаза бросается, как-то как пачка заметно меньше. Больше похоже не на трубочный табак, а на табак для самокруток. Ну, друзья, смесь, как вы уже видели, неоднородная, содержит вкрапление флейка, который, я думаю, что это именно вот либо винный, либо медовый плак Хани, который также по горам производится, то есть они так хитрят и сюда его немножко добавляют. Ну и как бы есть Cavendish, но его на самом деле не так уж и много, в основном тут Вирджиния и, судя по всему, Берли, хотя, в принципе, вроде как, ну, здесь Вирджиния не заявлена, то есть говорится только о Cavendish, поэтому остается только догадываться, из чего составлена смесь. Что у нас тут в незажженном виде? Друзья, миндалем пахнет, очень яркий и очень насыщенный запах миндаля. Да, миндаль, изюм, ну, сухофрукты, понятно. Миндаль и изюм прям доминирует. Не очень резкий запах, очень приятный, друзья, в отличие от ароматиков. Вот уже не первую смесь я пагаровскую пробую. И хочу отметить, что ароматизация у них не такая прям компотная, как у других производителей. То есть, ну, оставляют они место для... Да. Для смеси именно вкусов, а не доминанта какого-то одного аромата. Ну, приятный аромат, друзья, не такой насыщенный, но доминанта доминирует у нас, как я уже сказал, миндаль и такой виноградный вкус. Ну, попробуем табачок раскурить. Табак ленточной нарезки, поэтому проблем при забивке, я думаю, что не вызовет никаких. Друзья, табак в пачке слегка сыроват, то есть он не такой сырой, как все ароматизированные табаки, но все-таки сыроват, его надо все-таки чуть-чуть сушить, но я как ленивый жопа, конечно, этого не делаю. Достаточно плавно табачок, друзья, включается. Старт тут именно не с ароматизацией идет, как у многих ароматиков, а включается именно Вирджиния и Берли. Интересно. Ну, в начале курения те же ароматы, что и в незажженном виде. Миндаль, небольшие нотки винограда, но еще добавляется Вирджиния, дает такой легкий хлебный послевкусие, легкое хлебное послевкусие. При выпускании через нос, ну, такой задиристый, о, аж прослезился. Друзья, ну, табачок прогрелся, взялась, видимо,
флейковая основа. Вот этот вот, ну, будем его называть винный плаг. Появились нотки красного вина. Ну, вино такого, скажем, прям недорогого. Поэтому и вкус не очень глубокий, честно говоря. Такое ощущение, что дешевого вина из пакета понюхал. Да, друзья, пока спор ароматов. Флейк еще, видимо, не очень хорошо разгорелся. Поэтому тут с каждой затяжкой то Изабелла это доминирует, то вот орехово-хлебное начало. Посмотрим, друзья, как табачок будет куриться. Я думаю, что в конце встретимся, и я о своих ощущениях о табаке расскажу. Итак, друзья, докуриваем наш сегодняшний табачок. Ну, что я могу сказать о курении? В принципе, те вкрапления, плага, которые, вернее, не плага, да, наверное, плага, которые изготавливают погар на основе, как они называют это, винных уксусов. Изабелла, ну и продаваемый погаром под названием там винный медовый плаг Хани, они по большому счету сожрали весь вкус, который присутствует в других разновидностей табака, содержащих в этой смеси. То есть ни Берли, ни Изабеллы здесь больше не чувствуется. Здесь, друзья, идет винный вкус. Причем этот винный вкус, ну, скажем так, не очень хорошего, не очень качественного вина. Напоминает запах вина из пакетов, которые в не очень дорогих супермаркетах продаются. Поэтому, друзья, ну, к сожалению, при таком достаточно интенсивном и достаточно многосложном начале, концовка, к сожалению, оказалась очень простой, очень скучной, очень монотонной и очень приторной. Поэтому, друзья, но я хочу оговориться, я, конечно, не являюсь любителем ароматных смесей и ароматизированных ароматных смесей, предпочитаю им все-таки натуральный табак. Поэтому ориентироваться или не ориентироваться, мое мнение в данном вопросе, это уже дело ваше, друзья. Но мне кажется, даже любителям ароматных смесей этот табак вряд ли придется по вкусу. Так как вкус у него, мягко говоря, не очень интересный. Вот. Но из плюсов могу сказать, что достаточно ровно он горит. В отличие от винного плага, если вы его возьмете в чистом виде, то его там раскурить проблем, то есть его сушить надо долго. Здесь как бы, ну, табак, который в смеси содержится, он по большому счету служит для того, чтобы у вас ровно курился плаг. Вот. И дает какое-то начальное такое легкое румно, которое потом все съедается вот этим вот плагом, сделанным на основе винного уксуса. Друзья, ну, разочаровал меня табачок. Вот. Понравится он вам, или нравится он вам, или не нравится, вы мне в комментариях напишите. Вам спасибо за внимание, спасибо, что выслушали мое мнение до конца. До новых встреч!